Раз предложение. Если сено заматывать не в обычную пленку, а в светящуюся, то катушками сена можно обозначать границы взлетно-посадочной полосы. Вот так, например. Днем-то, конечно, и так сойдет. А ночью, если бы пленка светилась, были бы границы видны. Правда, в такую катушечку, если с полосы снесет, залетишь, колесиком зацепишься, мало не покажется. Да, не пойдет, наверное, моя рацуха в жизнь. Ну ладно.